кто переживал, что жаркие дни остались позади, с радостью сообщаем, что в субботу столбики термометров вновь поднимутся до плюс 30. 11 августа в Сарове ясно. Утром плюс 15, днем воздух прогреется до 29 градусов тепла. Ночью плюс 16. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде мало облачно. Утром плюс 17, днем столбики термометров поднимутся до плюс 29, ночью плюс 15. Ветер западный до 5 метров в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В столице солнечно, утром плюс 15, днем до 28 градусов тепла, ночью плюс 18. Ветер западный до 5 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.